Добрый вечер. Программа «После новостей» в эфире. Студия Алексей Клешко. Непростая у нас сегодня тема. Прокуроры проверили наши розничные цены. Я не знаю, впервые или нет прокуроры были в магазинах для того, чтобы увидеть, что цены растут. Но факт остается фактом. Ограничились они пока только пресс-релизом. Публичные комментарии не дают. Но на нашу просьбу откликнулись представители тех, кого проверяли. И сегодня у нас в студии Олег Валентинович Сипета, генеральный директор сети супер- и гипермаркетов, Сергей Вячеславович Новиков, исполнительный директор Ассоциации предпринимателей розничной торговли Красноярского края. Вечер добрый. Добрый вечер. Спасибо за смелость. Хотя перед началом эфира кое-кто тут у нас пошутил, что, может быть, передача завершится публичным расстрелом. Надеемся, что без крови, но людей-то волнует, почему действительно все так растет в магазинах. Скажите, 159% наценки зафиксировала прокуратура. Знаете ли вы, на какой товар и в какой сети прокуратура это обнаружила? Вопрос ко мне. Да. Я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что когда делаются такие серьезные заявления про 159% наценки на социальные группы товаров, хотя мы всегда везде говорим, что средняя наценка, она 25, максимум 30, на социальные группы, я подчеркиваю, то здесь бы хотелось бы все-таки указывать конкретный товар и в какой сети. Это очень серьезное заявление. Ну, подождите, прокуратура прокуратуре, но вот вы же ассоциация предпринимателей розничной торговли. Вы же понимаете, да, что неконтролируемый рост и там ажиотажный рост цен, он же подрывает доверие в целом покупателей ко всем, поэтому вы-то сами как ассоциация следите, в каких сетях как дорожают товары. А нет, мы не как ассоциация за этим следим, мы как ассоциация пытаемся взаимодействовать, наладить взаимодействие между представителями ритейла нашего, да, органами власти, покупателями, поставщиками. Напомню, что в конце того года мы подписали соглашение, в рамках которого мы работаем, да, по, во-первых, по снижению торговой наценки на социально значимые группы товаров как раз, и над увеличением объемов продаж местных сельхозтоваропроизводителей. Я не знаю, какие товары проверяла уважаемая проверка, вот, но те данные, которые мне подготовили сети и представили, то есть я сейчас назову товары, на которые наценка ниже 10%. Назовите. Хлеб пшеничный, 9,90 цена. Значит, цена или наценка? Цена 9,90. Так. Хлеб пшеничный за 500 грамм. Говядина тушеная 59,90. Тоже наценка ниже. Сок фруктовый сад 29,90. То есть давайте остановимся. И так вы далее. Называете сейчас, чтобы было понятно всем. Это цена. Вы называете сейчас цены в каком-то конкретном ларьке? Или это условно это говорят цена? Цены все в магазинах, участниках ассоциации. Ну подождите, то есть как? Вот нам пишут люди, я, извините, уважаемые зрители, должен извиниться, я не могу называть, даже цитируя ваши вопросы, не могу называть в эфире название торговых сетей, потому что это будет все тем же УФАСом признано рекламой, и тут же начнется все. Поэтому, к сожалению, мы так вот вынуждены вести разговор осторожно. Еще раз, цены, которые называете, это что, средние цены? Это конечная цена на конкретный продукт в конкретных магазинах. Я тоже не буду называть конкретный магазин. Вы хотите сказать, то есть в каком-то магазине есть такая цена? В одном из магазинов нашей ассоциации, в одной из сетей, да? То есть на какой-то товар. На сегодняшний день. На сегодняшний день. Текущая цена, безусловно. Вот. Также здесь есть сметана, да? Масло сливочное там, и так далее. То есть ряд продуктов из группы как раз социальных. Социальной группы. Наценка, торговая наценка ниже 10%. Если уважаемые проверяющие взяли, ну не знаю, например, молоко «Пармалат», то я допускаю там процентов и 40 наценку. У меня, знаете, есть вот такой вопрос. Если мы говорим, что у нас есть группы товаров, которые должны быть дешевле, скажите, может ассоциация во всех, не в одной сети, не в одном магазине, а договориться хотя бы ну, вот со всеми членами вашей ассоциации, что, например, эти товары должны быть выделены ценники каким-то цветом? Вот по выделению ценников я не готов сказать, но как раз работу по наличию таких товаров во всех магазинах, участниках ассоциации мы сейчас и ведем совместно с нашим министерством. При этом, согласитесь, прокуратура, помимо всего прочего, можно там спорить, как проверяли, но тем не менее, они фиксируют следующее. В наших красноярских сетях розничных продукция красноярских, ну, сельхозтоваропроизводителей Красноярского края, производителей вообще, составляет 10-12%. Это официальная цифра, которую называет прокуратура. Как на это прокомментируете, Олег Валентинович?
Я прокомментирую. По поводу наценки. 159%. Надо должное отдать профессионализму, что они нашли такой товар. Мы более конкретно будем узнавать, что это такое и в какой сети это нашли. Но реально мы действуем, каким образом наша сеть действует. Из социально значимых товаров мы в каждой категории выбираем молоко, хлеб, окорочка. То есть в каждой категории один товар. И продаем его с минимальной наценкой. Наценка от 4,9% до 8,8%. И от всего товарооборота сети порядка 5-7% составляют именно вот эти товары, которые социально значимые. Кроме этого, существуют акции специальные, которые выделены ценниками, про которые вы говорите. И на такой товарооборот порядка 13-17% приходится. То есть на товары с наценкой ниже 10% приходится от 18 до 24% всего товарооборота сети. Вот. Мы этой работой занимаемся регулярно. Четвертая. 24%. От 18 до 24. И регулярно. То есть на данный момент, допустим, капуста резко подорожала, мы вынуждены делать на нее наценку 2,9%. Сейчас в данный момент она у нас 31,90. А капуста, вы спрашиваете, она что, она голландская или вообще чья? То есть, а почему она-то подорожала? Потому что срок хранения, ее очень тяжело сохранить. И мы пока еще не научились в Красноярском крае хранить требуемые объемы. Дефицит. У нас есть звонок нашего зрителя. Слушаем вас. Так, сорвался, к сожалению. Но у нас есть большое количество вопросов. Многих возмутили цифры, которые вы, Сергей, назвали. Нет таких цен, называют конкретно магазин. 9,90 за хлеб. Человек живет на Конституции. А другой зритель 9,90. Нет такой. 250 грамм стоит 9,99. Уточняет другой наш зритель. И вообще спрашивает, почему вообще дорожает социальный хлеб? Хлеб дорожает, потому что дорожает мука. Потому что зерно подорожало на очень, по-моему, в 2 или в 2,5 раза за год. Скажите, поэтому... а вот вы готовы сейчас обвинить тех, кто продает вам сейчас продукты по более высоким ценам? Нет. Почему? Не готов. Потому что мы прошлый год, весь год выстраивали цепочки от продавцов, от производителей до нас, как это будет двигаться. Договор был на 30 дней, цена фиксировалась. Сейчас произошли форс-мажорные ситуации по... Ставки повысились, доллар повысился. Чтобы вы понимали, наши зрители, когда коммерсанты говорят, ставки повысились, они имеют в виду ставки банковские по кредитам, которые сейчас, после решения ЦБ, Центрального банка России, меньше 18,5% нет. И если кто-то найдет за 18,5%, это будет очень большое счастье, потому что в целом 20-25% сейчас вот такие ставки. Да, и поставщики находятся реально в стрессовой ситуации. Поэтому договариваться с ними по снижению цены на какие-то товары приходится только точечно. А можно вам вопрос на честность? Конечно. Вот для вас сейчас, вот для вас, для вашей сети, главный вопрос – это вопрос цены? Конечной цены, да. Вопрос очень важный. Потому что можно прокуратуру проверять, можно эфиры делать. Кто не будет предоставлять самую дешевую цену, тот уйдет просто с рынка. Конкуренция давит несколько тысяч продавцов, и кто более дешевую цену на социально значимые товары предоставит, я это слышу. Да. Вот это все владельцы розничных сетей говорят, при этом цены повышаются. Цены повышаются, но на социально значимые товары мы стараемся, и это у нас получается, делать самые дешевые цены. Возвращают нас зрители к вопросу ведущего новостей Ильи Зайцева, в связи с чем так за неделю подорожал сахар? Конкретно у нас. Мы продавали сахар под маркой «Наш лидер». У нас были запасы достаточно большие. Они закончились, сейчас нет их фактически. Сахар – биржевой товар, который котируется в долларах. Поэтому подорожал доллар, подорожал сахар. И кроме этого, еще на сахар был спрос повышенный, ажиотажный, нехарактерный для зимы. То есть его покупали впрок. У нас даже была в сети такая ситуация, что 10-килограммовый сахар стал стоить дороже килограммового. То есть сначала покупали большие пакеты, забрали все, потом покупали килограммовые, рвали пакеты и хранили их. В итоге наши запасы закончились, и мы сейчас компанию «Русский сахар» закупаем, там высокие цены. Подождите, когда вы говорите, что в том числе одна из причин – это ажиотажный спрос населения, да. Все-таки мы правильно понимаем, что сети, как и многие другие, реагируют на вот эту вот волну, которая захватила всех, когда у нас скупали там дорогие телевизоры, а потом и дешевые, и все остальное, айфоны десятками покупали и так далее. И когда все видят, что, так значит, у людей есть деньги, начинают повышать цены, ориентируясь не только на цену
которую стоит товар, но и на цену, которую может заплатить покупатель. Обязательно. На спрос ориентируется обязательно. Конечно. В итоге цена, спрос, именно спрос регулирует цену, конечно. Мы порядка 12% только напрямую осуществляем поставки. Остальные берем у поставщиков. Поэтому то, что мы можем закупить впрок и держим, и храним, на него как-то можем цены регулировать. Но как только запасы заканчиваются, цена, скачок происходит. Люди спрашивают, почему в торговых сетях, расположенных в одном и том же городе, цены на социально значимые продукты так сильно отличаются? Социально значимый продукт – это специальный продукт, по которому, вот, как Олег Валентинович правильно сказал, мы точечно договариваемся как с поставщиком, так и делаем свою внутреннюю оценку. Как каждая из сетей. Каждая из сетей отдельно, да. Поэтому и цены разные. Поэтому в Командоре у нас, наценка одна с одним поставщиком, с одним видом товаров, и этот товар самый дешевый в этой категории. У Красного Яра это другой поставщик, другой, но из этой же группы социальных товаров, но тоже самая низкая цена в категории. Ну и у остальных участников ассоциации аналогичная картина. В результате мы видим, что в принципе во всех категориях мы можем найти в разных магазинах разный товар с самой низкой ценой в категории. Это очень интересно, если честно, для наших покупателей, вот как просто для наших горожан. Потребитель, я вот, честно говоря, понял одно. Значит, цены растут, и у всех есть свои объяснения, что типа растут они, ну, почти объективно. Честно говоря, как потребителя меня это все не очень устраивает. Но спорить про это сейчас с вами я как бы смысла, честно говоря, не вижу. Поэтому в финале нашей программы я хочу вас спросить, правда, прошу не отделаться одним-двумя словами, а как-то попытаться развернуть. А ваш прогноз, ну хорошо, вот сейчас такая ситуация. Что будет в ближайшие 2, 3, 4 месяца, полгода? На что должны ориентироваться наши зрители? Вот вы сами, как потребители, на что ориентируетесь? Что делать действительно? Правы те, кто делают запасы сахара? Правы те, кто покупает впрок, правы те, кто сейчас начинают очень внимательно сравнивать цены, заходить, больше тратить времени, заходить в разные магазины, сравнивать и так далее, а не просто ближе. Что нужно делать людям? Какие советы вы можете дать? Каков, исходя из прогноза ситуации? Я не буду оценивать право или неправо. Это поведение каждого человека. Он может делать запас, он может не делать запас. Цены в ближайшие 2 месяца смотрят все-таки вверх, то есть к подорожанию. Но я считаю, что с середины марта они где-то стабилизируются. И, наверное, если не будет политических потрясений, пойдут вниз. А ассортимент чуть сузится, и мы все меры будем предпринимать, чтобы на социально значимые товары отслеживать. И цены, чтобы были самые минимальные, конечные. Дело не на оценке, а конечные цены. А покупателям предлагаю просто ходить, смотреть более дешевые цены. Именно они своим кошельком, своим рублем голосуют. Спасибо. Эта сеть или другая будет дальше развиваться. Ваш прогноз? Я соглашусь, что сейчас рынок будет чуть еще потряхивать. Вот в конце концов, конечно, стабилизируется. И скорость стабилизации будет зависеть, конечно, от принятия федеральных политических решений. То есть чем быстрее стабилизируется вся эта ситуация, тем быстрее мы выйдем из сложившейся ситуации. Вот. А что делать? Верить в лучшее. Верить в лучшее советуют нам. Я скажу лишь в завершении нашей программы. Сейчас гости этого не повторили, а до передачи они сказали на самом деле очень важную вещь. Несмотря на тяжелые ситуации, нужно пытаться устанавливать структуры доверия поставщиков, продавцов, покупателей. Хотя, конечно, в условиях роста цен делать это чрезвычайно сложно. Не очень обрадовали нас наши гости. До марта обещают, что цены будут смотреть вверх. И это, честно говоря, очень не радует. До встречи в программе «После новостей».